Всем добрый день! Сегодня будем делать автоматические петли на машине Джанаме. Их можно сделать на моей машине три вида. Прямоугольная петля с закругленным краем и петля с глазком. Вот эта лапка именно для петли. Чтобы эту лапку установить, сначала надо снять вот эту лапку. Мы берем, нажимаем на вот эту черненькую штучку. Раз. И все. И лапочка наша снята. Берем нашу лапочку, двумя пальчиками вот здесь сдавливаем и оттягиваем влево. Для того, чтобы вставить вот сюда пуговицу, для которой будет делаться петля. Петлю можно сделать от сантиметра до 2,5. Ну и, разумеется, пуговица здесь может разместиться от сантиметра до 2,5. Все, закрепили. Вот небольшой зазор. Это будет достаточно, чтобы пуговица легко входила в петлю. Так, пуговичка держится. Теперь надо пристегнуть лапку. Вот здесь у нас есть выемка. Вот здесь. А на лапке есть перекладинка. Вот надо их совместить. Опустить лапку. Все, уже застегнуто. Вот сейчас поднимем, убедимся в этом. Все держится прекрасно. Так, включаем машинку. Так, показывает сейчас здесь 0. Надо выбрать 17-ю операцию. Все, вот эта петля. Так, на дисплее стоит 17-й номер. Петля номер 17. Вот этот значок показывает, что надо опустить рычаг. Сделали разметку на ткани. Вот у нас разметочка. И вот в это место опускаем иголочку. Ниточки пускай будут с левой стороны, потому что петля будет делаться отсюда сюда, чтобы нитки нам не мешались. Опускаем лапку, опускаем рычаг, про который я вам говорила, вот здесь вот черненькое. Берем и опускаем. Рычаг будет нам регулировать длину нашей петли. Петлю можно делать нажатием на педаль, а можно на кнопку старт-стоп. Я буду использовать именно эту кнопочку. Все, петля сделалась и машинка остановилась. Смотрим петлю. Вот такая получилась у нас петля. Хорошая, красивая, нормальная петля. Ну и теперь сделаем 18-ю операцию. Это у нас петля с закругленным краем. Также опустили иглу в намеченную точку. Рычаг у нас уже опущен. Опускаем лапку, нажимаем на кнопочку.
Все, машина пикнула, петля готова, машина остановилась. Снимаю с руки, поэтому буду иногда выключать, чтобы вытащить ткань, обрезать ниточки. Вот такая получилась у нас петля с закругленным краем. Так, ну и теперь переключаем на 19-ю операцию. Будем делать петлю с глазком. И я подключила педаль. Вот на дисплее видим педаль. Иголочку вниз опустили, рычаг уже опущен. Опускаем лапку и нажимаем на педаль. На педали держим, как бы не нажимая, не отпуская, а вот держим равномерно, чтобы машина делала петлю равномерно. Все, петля сделалась, машина отключилась. Так, машину отключили и снимаем нашу лапку. Рычаг поднимаем вверх. Нажимаем на вот эту черненькую, и все, и лапочка наша отсоединилась. Вытаскиваем пуговицу и разрезаем петли. Вот такие получились у нас петли. Прекрасные петли, лицевая сторона, изнаночная, не менее аккуратная. Теперь надо разрезать петли. Иголочку, портновскую булавочку вот здесь вверху закрепляем, чтобы не разрезать закрепочку. И распарывателем разрезаем. Ниточки лишние удаляем. Петля с глазком обычно используется для пальто, для пиджаков. И эту петлю, и не только эту, другие можно повторять два раза по одному месту, чтобы она была еще крепче. Вот сделали петлю и еще раз по этому месту прошлись. Ну, в следующий раз сделаем. Так, значит, что пуговица наша? Пуговицу вытаскиваем и смотрим, как она проходит через нашу петлю. Прекрасно проходит. Вот такое видео. Надеюсь, оно вам пригодится. Ну, какое хочу сказать резюме, вывод. Всю жизнь шила на подольской машинке. И вот эта петля на Джанаме, ну, конечно, впечатляют. Конечно. На подольской надо стараться, надо этот зигзаг вести, чтобы он не пошел ни вправо, ни влево. Закрепочку делать практически вручную. А здесь красота. Быстро на кнопочку нажал, и нет никаких проблем. И машинка сама сделала. Так что, девочки, кто хочет, чтобы петли были вот профессиональные, красивые на вашем изделии, на ваших изделиях. Конечно, Джанаме не сравнить с простой машинкой. На сегодня все. До свидания. Всего доброго.